Вплоть до сегодняшнего дня все подразделения противопожарной и аварийно-спасательных служб региона работали в режиме повышенной готовности, что позволило предупредить и оперативно реагировать на происшествия. Чрезвычайных ситуаций на территории автономного округа не зарегистрировано. И тем не менее, во время новогодних каникул спасателями Ямал-Спаса выполнено 33 выхода на аварийно-спасательные работы, в преддверии в проведении которых были задействованы свыше 100 сотрудников личного состава, 26 единиц автомобильной техники и 13 снегоходов. Всего спасено 54 человека, включая 26 пострадавших от огня. За время праздников на территории округа произошло 20 пожаров, большинство возгораний в жилом секторе и связано с неосторожным обращением с огнем. При этом в местах проведения массовых мероприятий, а также на объектах хранения и реализации пиротехнических изделий пожаров не зарегистрировано.